В преддверии Нового года завершился танцевальный сезон. Воспитанники спортивной школы «Виктория» провели отчетное мероприятие. Они продемонстрировали родителям и гостям вечера все, чему научились в уходящем 2019-м. На паркет вышли как опытные танцоры, так и совсем юные. Ребята в возрасте 5-6 лет дебютировали с программой «Бэйби». В нее вошли диско, танцы, медленный вальс и ча-ча-ча. Взрослые группы представили две программы – европейскую и латиноамериканскую. Танцевальный год выдался довольно насыщенным, особенно для нашей спортивной школы. Мы приняли участие во многих турнирах, как окружных, так и турнирах за пределами нашего Ханты-Мансийского автономного округа. Принимали участие мы в Москве на международных турнирах, принимали участие в городе Новосибирске на всероссийских соревнованиях. Также был у нас турнир в городе Екатеринбурге, уже традиционный турнир. Ну и, конечно, самым главным для нас аккордом стал завершающий турнир именно вот в списке соревновательного процесса. Вот в городе Нефтеюганске команда нашего отделения танцевального спорта, спортивная школа «Виктория», мы привезли с этих соревнований 11 первых, 8 вторых и 5 бронзовых медалей.